Обалдеть. Выросла? Могла бы, конечно, не прерывать как-то связь, я все себя виню, что вам хлопот. Но я так счастлива, что вот я их увидела, так не сказать. Жди меня на Первом канале Евразия. А мне булку хлеба. У вас такое аппетитное лицо. Огонь! Тах! Оно, бах! На груди! Огонь! Он вышел! Снимает! Бах! Огонь! Вы же на самом деле не гей. У меня порно-шоу. Первое, единственное в мире порно-шоу. Кстати, очень популярное. Где я занимаюсь сексом с бутылкой. Я вообще клал на признание, на деньги. Я живу, да потому что... Потому что это тебе нужны бабло. И чтоб тебя уважали. Да мне насрать. Чтоб тебя не забыли. На тебя. На твое... На твое... На программе Ушах. Насрать на то, что... На всех на вас клал, на! Да браво, браво, браво. Да ты просто мудак. Она в малолетнем возрасте занималась проституцией. И для того, чтобы предотвратить это зло, я действительно, прижигая утюгом, сказал, вот видишь. Если врач начинает болеть, и у него какой-то онкологический процесс, он тоже идет к народным целителям. Это все такое, какое-то даже не шарлатанство, это лохотрон какой-то. Шары ханымдар мен мырзалар. Армысыздар. Бұл Жамбылыстар жобасында озып шыққан үш еңіпаздың алғашқы шығармашылық кеші. Демек, бұл Жамбыл жұлдыздарының өнерге басқан алғашқы қадамы. Оның дәл қазір біз куәсі боламыз, ал жобадан озып шыққан қыз жігіттердің гала концертін бастаймыз ба? Ондай болса кеттік. She's got it. Yeah, baby, she's got it. Днем какой-то волшебный уют. Бай жаққа асығылсын, жаным, бай жаққа басырасын. Жүрек жаңа өнді сен мене жасырасын. Самая щедрая житница Казахстана. Земля 30 копеек за десятину в год. На освоение целины прибыло более полумиллиона юношей и девушек. Остановить рост Кустаная уже ничто не в силах. Свадьба в Кустанае. Металлическая конструкция в форме сердца. Девочек звали Кост и Анай. А когда нас несли к вертолету, я видел те ямы, которые наш корабль выбил в этих целинных землях замерзших. В Кустанае установлены самые большие в мире часы с ростовыми куклами. Кустанай по-прежнему самый зеленый город страны. Норвегия не успела вовремя посчитать голоса на конкурсе Евровидения. И в 63-м году огласила предварительные данные. Окончательные результаты значительно отличались от первоначально объявленных. Нам на X-Factor чужие ошибки не нужны, как и заслуги. У нас совсем другая песня. Привет, с вами Александр Шумский и главные музыкальные новости Казахстана. Диафрагма Михаила Отращенко стала знаменитой на всю страну. Его жест на одном из концертов поверг в восторг всех поклонниц и не оставил равнодушными представителей жюри. Ой, Шаня,
что натворил-то, а? Каким вы еще его не видели? Вот весь этот позор только для ньюс-фактора. Что строила Чапаевская дивизия в Атырауских степях? Где находится голова мятежного хана Кинесары? Как Штирлиц оказался в Карлаге и зачем Сталин кормил Черчилля апортом? Захватывающая, интересная, интригующая, такая разная. История Казахстана на телеканале «Каспионет». Наша версия.